в общем, расскажу, как убрать шумы, ну или, во всяком случае, понизить их звук. Ну вот. Значит, у меня будет в описании ссылочка, там будет RAR-овский файлик, в нем будет три папочки. Этот BIOS, Save Host и Virtual Audio кабель. Устанавливаем кабель, заходим в записывающее устройство, находим здесь Line 1, делаем его, в общем, использовать по умолчанию. Дальше устанавливаем BIOS. Это вообще не надо устанавливать, потом вы его можете оставить, эти можете нахер удалить потом. Заходим в компьютер, в диск C, потом Files, ну короче, находите, куда установился BIOS, в плагины, это DLL-очку копируем, заходим в Save Host, вставляем сюда, переименовываем вот этот вот, ну, в общем, значок такой будет, там будет другое название, Save Host, переименовываем вот в эту DLL-очку, которую вы оттуда взяли, заходим, открывается вот этот прога, здесь мы жмем Device, Wave, тут выставляем микрофон в первый свой. Здесь Line 1, вот этот вот виртуальный аудиокабель. Здесь, честно скажу, надо самим пытаться что-то, потому что я что не выставляю, ни хера не меняется. Так что как бы вот так. Ну и далее жмем Adaptive, молчим. То есть он будет слушать ваш вот этот шум, звуки все, вот эти низкие частоты, там высокие всякие, короче, разные частоты. Ну вот, жмем Adaptive, потом Learn. Потом можно для профилактики еще раз адапт и Learn, я так понимаю, применитель, что-то типа того. И все, на этом сворачиваем ее и как бы разговариваем, записываем и так далее. Вот как бы и все дела.